Всем привет! Сегодня у нас внеплановая съемка видео, потому что попались очень хорошие теплые полы электрические, и я захотел про них рассказать. Итак, второй день мы делаем теплые полы электрические на одном объекте, который находился в силикатном. Вчера мы делали. И сегодня на объекте, который находится в Ваенках. И вот здесь вот попались очень клевые теплые полы. Я встретил их в первый раз на монтаж. И они, скажем так, произвели на меня хорошее впечатление. И абсолютно ничего про них не узнав, я решил про это рассказать. Потому что монтаж оказался этих полов просто, как для мастера, очень удобный. И мы его достаточно быстро сделали. И полы это называется вот так вот, вот такой производитель Эргент Экстра, если я правильно прочитал. Вот так выглядит коробка, вот так выглядит инструкция. Чем они мне понравились? Первое, своей комплектацией, да, помимо того, что там идет сам теплый пол, инструкция к нему, вот разные штучки. Стандартно там идет гофра ПНД, лучше, чем вот с некоторыми идет ПВХ, она более ломкая у них лежит, вот эта ПНД, она более крепкая. Вот. Дальше, для этой гофры идет вот такой уголок, мы на самом деле не стали его использовать, потому что угол слишком, он дает широкий угол, и у нас нет возможности сейчас здесь вот в бетоне сделать хорошее такое закругление вот под этот угол. Вот. Но уже дает очень большой плюс. Дальше. К этой гофре в комплекте шел, сейчас, я не знаю, надо ближе показать, вот здесь вот заглушка специальная, то есть не просто гофра, кусок гофры, а уже с заглушечкой, да, чтобы когда мы устанавливали датчик, он сюда не вылез, дальше уже нормально работал. Еще в комплекте шла клемма ВАГО, что необычно, мы обычно их возим с собой и для того, чтобы подключить землю и кран от теплого пола, а тут она шла в комплекте. Вот. И самое интересное, два наконечника НШВИ, которые тоже обычно никто не кладет, и мы их возим с собой. И это меня поразило. Я решил рассказать про эти теплые полы. Сами теплые полы здесь вот выглядят вот таким вот образом. Что в них хорошего? Они приклеиваются к полу, то есть у них основание клейкое. Здесь это оказалось тоже очень большим плюсом, потому что здесь уже сделана такая стяжка от застройщика. Мы здесь все подмели, ее прогрунтовали, подождали, и они приклеились, и сейчас их уже, можно сказать, не сдернешь с места. Все, плиточник может приходить и начинать работать. На других объектах, так же как и вчера, мы закрепляем либо клеевым пистолетом, приклеиваем к полу теплые полы, чтобы минимум уровня было, либо где-то прихватываем дюбель хомутами. Вот. Но это доп. Работа. А здесь ты просто раскатал, и они приклеились, и можно уже дальше работать, класть плитку. Сейчас мы их накроем картоном, чтобы уже по ним не ходили. Так что, кому будет интересно, какие взять теплые полы, вот эти бы я бы рекомендовал. Дальше посмотрим, как они будут работать. Они нагреваются достаточно быстро при проверке. Так вот, вот здесь уже стоит терморегулятор. Мы его проверяли, включали, все работает, все греется. Супер! На этом объекте мы теплые полы положили не только здесь в коридоре, но еще мы сделали их в ванной комнате. Вот здесь вот так это выглядит, да, тоже. Они лежат. Все, 2 квадратных метра, 3 квадратных метра получается. И там 3 квадратных метра. И 2 квадратных метра в туалете, но вот тут уже мы накрыли их картонкой, чтобы по ним не ходили. Вот такой вот момент получается. В 3 местах будут теплые полы под плиткой.
прорекламировал очень хорошие полы и заодно прорекламировал наши услуги по монтажу электрических теплых полов. Поэтому кому нужно сделать не только электрические теплые полы, но и электрику и сантехнику в квартирах, пишем комментарии, просим консультации, ну и вызываем нас на замеры. На этом все. Всем пока!